Stratafix Spiral однонаправленного дизайна с активной антибактериальной защитой эффективен в борьбе с инфекциями в области хирургического шва. Для использования устройства Stratafix Spiral PDS Plus в лапароскопической хирургии захватите нить на расстояние 1-2 см от основания иглы. Используя иглодержатель, протяните устройство Stratafix Spiral PDS Plus через троакар. Возьмите иглу и сделайте первый вкол через ткань. Затем проденьте иглу через фиксирующую петлю. С помощью второго вкола закрепите фиксирующую петлю устройства и осторожно затяните. Продолжайте накладывать шов по всей длине разреза. Насечки фиксируются в тканях и способствуют их адекватному сопоставлению. Это позволяет вам работать без ассистента и самостоятельно контролировать равномерное натяжение. Оставьте приблизительно 8 см нити для завершения и закрепления устройства Stratafix Spiral PDS Plus. Для того, чтобы завершить ушивание, в конце сделайте 2 стежка в обратном направлении. Это является альтернативой интеркорпорального узла. Аккуратно потяните за свободный конец устройства и обрежьте на уровне ушиваемой ткани. Оставшаяся часть устройства и игла должны быть удалены. Stratafix Spiral PDS Plus усовершенствовал технику закрытия раны, объединив в себе безопасность, надежность и эффективность по сравнению с традиционным шовным материалом для каждого типа ткани. Новый Stratafix Spiral PDS Plus теперь с антибактериальным покрытием для широкого применения в открытых и мини-инвазивных процедурах. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня наш последний в этом году вебинар по Surgeons Club. Сегодня уже рождественская неделя началась для многих. И, конечно же, это время чудес. И сегодня у нас сразу два замечательных чуда случилось. С нами, во-первых, в эфире наш сегодняшний гость, который сделает этот вебинар сегодняшний. Это профессор Эльмар Исимович Мусаев. Мы очень рады приветствовать его с нами, потому что это не первый раз уже. Был вебинар, посвящен Михаилу Ивановичу Давыдову, где Эльмар Исимович принимал активное участие. И сегодня уже он будет показывать то, на что способна вообще хирургия, которой занимается Эльмар Исимович. И еще одно, так сказать, рождественское чудо случилось. У нас в эфире сегодня прямо из Минска профессор Эдуард Адылхаевич Галямов. Он уже член Surgeons Club. Рождественское чудо случилось. У нас в эфире сегодня прямо из Минска профессор Эдуард Адылхаевич Галямов. Он уже член Surgeons Club, как вы видите. Уже произошла инициация там в Минске, я чувствую. И у нас, получается, сегодня два замечательных гостя, профессора. И это очень здорово. Чуть позже к нам присоединится Илья Давидович Гоцадзе, наш самый большой, мощный участник Surgeons Club, а мы сегодня поговорим о, на самом деле, сложной хирургии, о хирургии опухолей, которая вовлекает костные структуры. То, чем, в принципе, почти никто из нас, за исключением Эльмара Васильевича, не занимается. Вот. Прежде чем мы перейдем к этой теме, я решил, что мы сделаем такой маленький мостик. Вот. Мы начнем как бы говорить про прямую кишку, которая бывает, как мы знаем, рак прямой кишки, рецидив или местно распространенный, превращает в костные структуры. И вообще местно распространенный рак или рецидив рака прямой кишки – это серьезная история, довольно сложная с точки зрения хирургической, да и вообще сложная для лечения. Поэтому мы начнем с этого, немножечко такой мостик проложим в сторону хирургии костных структур, а дальше предоставим слово и, так сказать, весь эфир Эльмару Исимовичу, если нет возражений. Кроме того, нам надо обязательно упомянуть о том, что сегодняшний вебинар
как это бывало много-много-много раз в этом году, проходит при поддержке компании Johnson & Johnson. И некоторую продукцию этой компании вы сможете сегодня увидеть в наших видео. И я бы хотел, если это возможно, Миш, показать фотографии коллег, которые нас смотрят, которые уже начали присылать свои фото, где они смотрят Fast Fashion Club, и которые точно совершенно получат от нас наш мерч в виде хирургических шапочек с символикой Fast Fashion Club. Можем показать сейчас, Миш? Три секунды, да, и мы сейчас их покажем. Илюш, я немножко внедрюсь. Да. Мы обычно к концу вебинара устраиваем спойлеры и там проговариваемся о своих дальнейших планах, но сегодня у нас немножко необычная ситуация. Эдуард Абдыхаевич у нас в гостях, и ему где-то через полчаса надо будет уже выдвигаться в аэропорт, улетать, оперировать очередные сложные случаи в Санкт-Петербурге. В Минске две удачных операции состоялось, и Питер теперь... Абдыхаевич, я думаю, давайте, может быть, мы предоставим сейчас слово ему, и мы немножко поговорим, потому что в новом году будут, посмотрим на наших прекрасных зрителей, как они смотрят в Fast Fashion Club, и немножко поспойлерим на следующий год, что нас всех ждет. Давайте, конечно. Дарт Абдыхаевич. Ну, еще раз, дорогие друзья, я рад видеть близких, родных, друзей. И часть наших больших друзей и братьев, конечно, уже улетела сегодня из Минска. Там потихонечку, так этапно вылетаем из этого города. Прекрасная конференция, кстати, прошла. Вот, и доклады, и живая хирургия. А, кстати, вы знаете, у нас как спонтанно получилось. Заказал Казахстан трансляцию в эти дни. Говорю, так я буду в Минске. Вот, Connection People. Вот, пожалуйста, свяжитесь. И забыл. Приезжаем, включение в Казахстан. То есть, такая международная тусовка была. Без границ. Да, хирургия без границ. А вообще, вот пока еще не началось, ну, во-первых, огромное спасибо, и для меня вот это большая честь. Спасибо, нам приятно. В кругу элиты хирургии нашего Отечества быть, ну, это правда большая честь. Я сразу же анонсирую, друзья мои, что 10-11 февраля в университетской клинике МГУ будет конференция, посвященная моему 60-летнему, к сожалению, или к счастью, юбилею. Я дожил все-таки до 60 лет. Вот, я приглашаю всех близких друзей. У нас небольшой ресторанчик на 150 человек уже заказан для самых родных и близких друзей. Кирилл, ты обещал приехать обязательно. Вот, и... Да. И говоря о том, что вот сегодня мы, готовясь к этому вебинару, сидя в джакузи в этом великолепном комплексе «Дрозды», рядом с клиникой по делам президента, мы обсудили сразу 4 вебинара, которые будут очень интересны. Друзья, мы оставим, наверное, да? Артем? Не, ну мы можем... Можем, да? Да. Интригу или... Или. Да? Ну, во-первых, антирефлексная хирургия. А мы не будем говорить даты. Да. Да. Это антирефлексная хирургия, о которой хотелось поговорить, и мы обсуждали. Вот то, что хотим пригласить гуру, это Бернара Делемана. Представляете, увидеть легенду мировую антирефлексной хирургии. Мы обсуждали вопросы о ятрогенных травмах урогенитальных, мы обсуждали тему о интраоперационных кровотечениях, об их способах коррекции. Мы даже оставили тазовую эксцентерацию на потом, потому что, ну, это уж так банально. Вот, об этом потом поговорим. А вообще хочется поговорить, да, о каких-то вот животрепещущих вещах. Нашим зрителям. Да, о том, что интересно... простому практическому хирургу, который работает и вот с топором, с кайлом на плече, понимаете, он каждый день идет в забой, вот, и для него это важно, потому что работать какими-то тонкими материями и говорить о каких-то тонких и высоких категориях, да, это, ну, чуть более узкий круг специалистов, а говорить о том, что насущно для каждого,
Вот это важно для каждого. Ну, наверное, вот мы обсудили несколько тем. Так что, друзья мои, я так думаю, что поскольку записали меня вот в этот мультисерджен клуб. Клуб для хирургов. ФО имеет разные прочтения. Поэтому следите за анонсами, друзья. Следите, когда будут даты, и присоединяйтесь в новом году. Мы желаем всем хорошего Нового года. Спасибо, спасибо, друзья. Очень приятно, что у нас есть. И мы будем ждать этих 4 как минимум вебинаров в ближайшее время в следующем году. Ну, а теперь мы можем, наверное, перейти уже к презентации. Если Эдуард Абдухаевич уже соберется, у нас прервите, потому что мы будем прощаться с Эдуардом Абдухаевичем, когда он будет уходить. Через полчаса, я так понимаю. Я уже собрался, потому что уже машина подъезжает, к сожалению. Вот, и я просто задерживаю специально машину, задерживаем специально самолет для того, чтобы просто с близкими друзьями увидеться, поздороваться. Ну и попрощаться. Спасибо большое. Спасибо. Включаем презентацию тогда. Спасибо. Ну, друзья, значит, это доклад, который я читал, в общем-то, не так давно на конференции, посвященной раку прямой кишки, которую устраивал Ронс и Заман Заврович Мамедли. Но я думаю, что нет проблемы повторить все, что я тогда сказал, немножко остановиться на каких-то аспектах. Так называемая экстрафасциальная резекция прямой кишки. Когда мы можем остановиться или когда мы можем не останавливаться. И я сразу хочу сказать, что когда у вас в команде, в вашем учреждении есть соответствующее отделение с таким специалистом, как Ленар Асимович Мусаев, в принципе, вы можете не останавливаться. Сейчас я объясню, почему. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, ну, немножко статистики. Местно распространенный рак прямой кишки и локальный рецидив – это довольно большое число пациентов, от 10 до 40% больных раком прямой кишки. В половине случаев у пациентов с таким распространенным раком требуется так называемая экстрафасциальная резекция, то есть резекция, выходящая за план мезоректума. И еще один важный факт. Примерно у 10% пациентов локорегионарные рецидивы, которые случаются после лечения рака прямой кишки, не сопровождаются системным рецидивом, что, в общем-то, делает этих пациентов абсолютно хирургическими. Следующий слайд, пожалуйста. Паллиативная терапия нерезектабельных опухолей, так называемых, ассоциируется с довольно короткой 5-летней выживаемостью, всего 5 месяцев, и мы знаем, что химиотерапия в этих случаях вообще неэффективна. Расширенные резекции, которые выполняются в объеме R0, сопровождаются 43% 5-летней выживаемостью. Поэтому мы должны понимать, что выполнить хирургическое вмешательство в объеме R0 – это главная задача, которая перед нами стоит у этих пациентов. Качество жизни при R+ резекциях оказалось хуже, несмотря на то, что мы так подспудно понимаем, что может быть это где-то объем уменьшить, чтобы не страдало качество жизни, но на поверку оказывается, что качество жизни при таких компромиссах у этих пациентов оказывается хуже, чем при R0 резекции. Следующий слайд. Сегодня мы будем говорить вот в этом конкретном случае о первичном раке прямой кишки, который выходит за плоскость мезоректомэктомии, то, что я уже сказал, и местно рецидивирующем раке прямой кишки. Следующий слайд. Диагностику я пропущу, мы все знаем методы диагностики, которые должны быть использованы. Остановлюсь только на том, что на сегодняшний день есть возможности для трехмерной навигационной КТ или МРТ. И здесь Ильмар Асимович больше нас может, наверное, рассказать по этому поводу. И в ряде случаев нам необходимо КТ-ангиографию, когда речь идет о возможной резекции из крупных сосудов. Следующий слайд. Есть абсолютные противопоказания к вмешательствам, которые на сегодняшний день пока существуют. Это вовлечение обоих седалищных нервов. По понятным причинам, если оба седалищных нерва будут повреждены полностью, то этот человек становится глубоким инвалидом и долго не проживет. Тяжелый коморбидный статус, разумеется. И есть такое еще противопоказание – циркулярное вовлечение тазовой кости. Следующий слайд, пожалуйста. Есть относительные противопоказания к этим операциям. На сегодняшний день, по крайней мере, я сам видел, что это не является противопоказанием. Вовлечение наружных и общих подвздошных сосудов, поражение крестца выше S2 и распространение опухоли через седалищное отверстие. Следующий слайд.
Хирургические аспекты. Эти операции рекомендуют начинать со стадирующей лапароскопии. То, чего в нашей практике пока мы не использовали, но тем не менее это рекомендовано сделать, потому что у 30% таких пациентов уже имеются перитониальные импланты, что, в общем, естественно, делает эту операцию бессмысленной. И важный аспект, когда вы входите в брюшную полость, не стоит разделять спайки между опухолью и висцеральными периитониальными структурами, потому что в этих спайках, если речь идет о рецидиве, как раз, как правило, содержатся опухолевые клетки, что будет способствовать их диссеминации и дальнейшему развитию перитониального канцероматоза. Следующий слайд. Есть разные классификации рецидивов рака прямой кишки, расположенных в тазу. Самая первая была предложена Mayo Clinic в 1995 году. Вот видите, здесь классификация основывалась на том, сколько сайтов, сколько сторон вовлечено в опухолевый рецидив. Соответственно, никакой, ни одна сторона не вовлечена, есть только локальное место распространения, две стороны и три стороны. И вы видите, насколько серьезно отличается общая выживаемость у пациентов, у которых были вовлечены три стенки таза в опухолевый процесс. Она существенно была ниже. Следующий слайд. Другая классификация была предложена японскими коллегами в 2001 году. Она основывалась на трех позициях. Это локализованная история, не врастающая в стенки таза. Опухолевый рецидив, который врастает в крестец, в сакральную фасцию. И рецидив, который врастает в боковые стенки таза. И вы видите, что самый прогностически плохой вариант – это как раз вовлечение боковых стенок таза, и существенно ниже была общая выживаемость у этих пациентов. Следующий слайд, пожалуйста. Еще одна классификация была предложена в известном учреждении Memorial Sloan Kettering Center в 2004 году. Она основывалась также на врастании на стороне поражения, то есть это не поражение, когда стенка таза не была вовлечена, это первый вариант. И он самый прогностически благоприятный. Вы видите, что возможность выполнить ренорезекцию и дальнейшие результаты этих операций были существенно лучше у этих пациентов. И дальше по убывающей, скажем, по плохому прогнозу, это увеличение передней стенки, увеличение задней стенки, увеличение латеральной стенки таза. Следующий слайд. И та классификация, которая, в общем, на наш взгляд, является наиболее адекватной и удобной, это классификация Royal Marsden Group, известный госпиталь, где работает тоже всем нам известный Перри Стекис, который, в общем, эта классификация предполагает деление всего таза на несколько компартментов, и в зависимости от того, какой компартмент вовлечен, соответственно, классифицируется эта опухоль. Это будет передний, центральный, задний, верхний и нижний компартмент, так называемый. Следующий слайд. И, собственно говоря, идя по этой классификации, мы начнем с самого простого, самой простой истории. Это передние и центральные компартменты. Это ситуация, при которой вовлекается матка, влагалище, мочевой пузырь, семенные пузырьки, предстательная железа и уретра. Следующий слайд. И это самая благоприятная с точки зрения местного распространения ситуация. И здесь даже, в общем-то, вполне доступен и возможен лапароскопический роботический доступ. И было показано, что этот доступ безопасен и эффективен, так же, как и открытое хирургическое вмешательство для первичных, я подчеркиваю, опухолей, вовлекающих передний компартмент. Удар Тудыхаевич ушел, но мы знаем, что у него есть довольно большой опыт лапароскопических экзонтераций таза, в том числе и тотальных экзонтераций, но мы об этом будем говорить, как уже было анонсировано, в следующем году. Следующий слайд. Задняя экзонтерация, мы понимаем, о чем идет речь. Это у женщин удаление прямой кишки N-блок с маткой, шейкой матки, частью влагалища. Важно отметить, что в одной из работ было показано, что при изолированном вовлечении задней стенки влагалища нет смысла удалять матку и влагалище целиком, достаточно сделать резекцию стенки. И с онкологических позиций это будет адекватный объем. При инфролеваторной задней экзонтерации с обширной резекцией влагалища предпочтительно выполнять пластику влагалища. И я думаю, что здесь тоже есть, мы уже как-то это обсуждали, причины, по которым это нужно делать. Даже не в том суть, чтобы восстановить женщине влагалище, а в том, чтобы слизистое влагалище передней стенки не продуцировало слизь и не мешало заживлению послеоперационной раны. Следующий слайд. При тотальной экзонтерации, если есть вовлечение лобковой кости и перинеальной части уретры, расширение объема вмешательства с резекцией лонной кости –
не ведет к увеличению частоты осложнений. Важный момент, который, на который многие не решаются, думая, что, так сказать, это будет для пациента с точки зрения функциональных результатов непереносимо. Тем не менее, видите, есть данные другого известного нам хирурга из Австралии, Соломона, который показал, что это не ведет к увеличению частоты осложнений. При инфралеваторной эксцентрации последний абдоминальный этап, то есть передняя мобилизация мочевого пузыря и прошивание дорзального сплетения безопаснее проводить из промежностного доступа. То есть, если вы собираетесь выполнять тотальную эксцентрацию с удалением мочевого пузыря, лучше, если вы будете делать это инфралеваторно, лучше подойти к этому моменту, к дорзальному сплетению со стороны промежности. Это безопаснее, лучше контролируется эта зона. Следующий слайд. Наиболее предпочтительным способом деривации мочи остается илиокондуит по Брикеру. Я думаю, что, опять же, это будет такой маленький спойлер. В следующем году мы обязательно обсудим все варианты вообще деривации мочи, потому что их есть много. Но, тем не менее, самый безопасный и до сегодняшнего дня остается все-таки Брикер. И если есть вовлечение циркулярного края с билатеральным или унилатеральным поражением семенных пузырьков, достаточно выполнить резекцию прямой кишки с семенными пузырьками и не выполнять удаление мочевого пузыря и так далее. То есть с точки зрения онкологических позиций это будет адекватный объем. Потому что семенные пузырьки в данном случае являются естественным биологическим барьером для распространения опухоли. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, еще один момент тоже важный. По возможности следует избегать реконструкции мочеводящих путей или выполнять частичную резекцию пузыря с возможной пластикой при отсутствии вовлечения треугольника ЛИТО. То есть только вовлечение треугольника ЛИТО является показанием к удалению мочевого пузыря. Там должно было быть видео, я не знаю, есть оно или нет. Миш, включи, пожалуйста. Он здесь в этом слайде должно быть. Если нет, значит следующий слайд. Да, вот оно идет. Это наша операция, собственно говоря. Часть мочевого пузыря сохранена, и пластику мочевого пузыря мы выполнили слепой кишкой. Вот в данном конкретном вот клиническом случае. И пациентка благополучно поправилась. Вот. И если есть возможность выполнять эту пластику и не удалять полностью мочевой пузырь, лучше этим воспользоваться. Следующий слайд. Следующий этап – это нижний компартмент. Довольно сложная хирургия, которую приходится выполнять при этом распространении. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, важно понимать, что если есть распространение нижний компартмент на подкожную клетчатку ягодичной области, то мы должны довольно широкий отступ обеспечить по коже и подкожной клетчатке, потому что в этом месте отсутствуют естественные биологические барьеры для распространения опухолевой инвазии, и поэтому здесь надо делать обширные резекции с кожей и подкожной клетчаткой. Глубокое вовлечение элеваторов создает проблемы с R0, поскольку мы знаем, что элеваторы прикрепляются к костным структурам, поэтому в этой ситуации мы должны выйти на со стороны живота на люмбосакральный ствол, и по нему, собственно говоря, мы должны его видеть, если мы хотим убрать леваторы у основания. Следующий слайд. Значит, естественно, как правило, требуется пластика промежностного дефекта. Это либо односторонняя, либо двусторонняя глютая пластика, это рам-лоскут, это VY-пластика, и еще разные другие варианты пластик, что тоже, в общем-то, достойно отдельного вебинара, какие варианты пластик можно здесь применять. И мы с Левом Расимовичем здесь тоже уже столкнулись с разными интересными проблемами, которые потом можно будет обсудить. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и вот тот вариант, который наиболее близок к сегодняшней теме, это задний компартмент. Вовлечение, если последовательно смотреть, как распространяется опухоль на задний компартмент, это вовлечение сначала пресакральной фасции с пресакральным венозным сплетением, потом пресакральной клетчатки и, наконец, собственно, крестца. При вовлечении только задней мезоректальной фасции, то есть это CRM плюс опухоль, но с вовлечением только мезоректальной фасции. Достаточно резекции пресакральной фасции, слой под которой открывается с пересечением гипогастрального сплетения, которое мы обычно при нормальной ситуации пытаемся сохранять, как известно. И в таком случае такой объем операции с удалением пресакральной фасции будет достаточным с логических позиций. Следующий слайд. При поражении крестца ниже S3 его резекция не приводит к увеличению частоты осложнений. Это еще одни данные того же автора Соломона. Такую резекцию крестца, как пишет опять же Соломон, можно выполнить из литотомической позиции. Я здесь лично не очень представляю, насколько это удобно вообще делать. Мы можем об этом поговорить с Лем Арасимовичем, кстати говоря. Но мне кажется, все-таки с S2, даже если мы удаляем S3 S4 S5 или S4 S5, все равно это удобнее сделать не из литотомической позиции, а из пронпозиции. И перед пересечением крестца необходимо визуализировать, взять на контроль внутренние подвздошные сосуды, разумеется. Следующий слайд.
Тотальный субтотальная сакроктомия, как мы сегодня, видимо, будем обсуждать, требует и пронпозиции, и главное, что пересечение задней пластинки, вскрытие сакрального мешка требует очень тщательного хирургического отношения к этому этапу операции, поскольку сегодня об этом будет говорить Эльмар Асимович. Обработка дурального мешка является очень важным этапом, и, в общем-то, его повреждение или несостоятельность этих швов может привести к фатальным абсолютно результатам. Билатеральное пересечение корешков S1 приводит, естественно, к слабости нижней конечности, главное, что к стойкой мочевой дисфункции и вообще в дисфункции органов таза, поэтому в этой ситуации очевидно, что нужно выполнять колостомию и делать эпицистостому. Следующий слайд. Ну, это, собственно говоря, картинки с операцией, которую делали Эльмар Асимович у нас с пациенту с опухолью прямой кишки, с рецидивом, с увеличением крестца. Мы потом об этом подробно поговорим. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и то, что я уже сказал, при удалении крестца, требующем крестово-подвздошной экзартикуляции, с полным удалением крестца требуется подвздошно-тазовая фиксация. 10-летняя выживаемость после таких резекций может достигать 33 месяца при R0 резекции, что очень-очень немало, если сравнивать с 5-месячным общей выживаемостью. И основные осложнения у этих пациентов, разумеется, это неврологический дефицит и, что очень важно, и мы об этом говорили на днях, это инфекции в области послеоперационных ран. Следующий слайд. Это наша пациентка, которую Эльмар Асимович оперировал. С нашим участием это субтотальное удаление крестца. У пациентки был местообследный рак прямой кишки. Это вот она реабилитируется, ходит по отделению. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и самый сложный, наверное, это латеральный компартмент. И здесь как бы тоже есть, так сказать, уровни в инвазии. При самом поверхностном уровне инвазии, при поражении только боковой поверхности мезоректальной фасции, достаточно применить так называемый сосудистый подход. То есть мы выходим на внутренние подвздошные сосуды, их ветки, и, идя по этим сосудам, выполняем удаление опухоли R0. Для экстрамезоректального распространения применяется так называемый экстраваскулярный план резекции, когда выполняется минимум, это резекция внутренней подвздошной артерии, более глубокий план, это резекция внутренней подвздошной вены и ее притоков, что уже довольно сложная история, и, в общем, довольно бывает с большими кровопотерями проходит. Ну, как большими, для нас большими, для онкоортопедов не такие большие кровопотери, да, там литр-полтора. И при распространении запирательной мышцы, обнажение люмбосакрального ствола, корешков крестцовых нервов до седалищного отверстия и удаление запирательных и копчиковых мышц. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, надо помнить, что реимплантация мочеточников возможна в мочевой пузырь только при сохранении внутренней подвздошной артерии хотя бы с одной стороны, потому что если мы обе внутренние подвздошные артерии убираем, мы понимаем, что кровоснабжение мочевого пузыря нарушается, и эти анастомозы не состоятся. При вовлечении общих и наружных подвздошных сосудов возможна реконструкция, сосудистая реконструкция, и, в общем-то, если эта история сделана R0 с резекциями сосудов, то общая выживаемость у этих пациентов сравнима с такой же, с группой пациентов, которым не выполнялась резекция подвздошных сосудов, наружных подвздошных сосудов. Следующий слайд, пожалуйста. Еще более глубокое распространение тазовые кости. И передне-боковое распространение требует резекции ветки или тела лобковой кости. И это, как и в случае с передним компартментом, не сопровождается существенным увеличением частоты осложнений для этих пациентов. А при нижнем боковом распространении с поражением седалищного нерва – резекция седалищной кости. И самый сложный вариант – это резекция области вертлужной впадины. Есть только единичные сообщения, там случаи, там 4-5 случаев серии, где это объем операции выполнялся, но по поводу рецидивов это все операции были сделаны, но как бы большого опыта вообще мирового при таком распространении не накоплено, и мы пока результатов таких операций особо и не знаем. Следующий слайд. Ну и распространение через седалищное отверстие. Ранее, как я уже говорил, это считалось абсолютным противопоказанием. Вот есть серия случаев из 6 пациентов, опубликованная с резекциями седалищного нерва. И у этих пациентов, у 6, которые вот здесь приводятся, не было серьезных, так написано, вот ведь Mayer Complications. Что имелось в виду под Mayer Complications, не очень понятно, но, скажем, назовем так, серьезных осложнений тяжелых у этих пациентов
не было по данным этих авторов. Следующий слайд. Ну и какие еще у нас подстерегают опасности вот на этом пути? Значит, необходима обязательно переоперационно-оперативная поддержка. У этих пациентов выраженный катаболический катаболизм, и эти пациенты очень быстро истощаются, поэтому необходимо об этом помнить. Так называемый синдром пустого таза, когда мы удаляем большой объем ткани из таза, там, как бы мы ни делали пластики, там все равно остается довольно большое пространство, и повод для того, чтобы это пространство заполнилось жидкостью, нагноилось и так далее. Очень частое осложнение – это осложнение ран промежности, то, с чем мы сейчас действительно сталкиваемся, и надо об этом тоже помнить, и эти больные требуют серьезного такого послеоперационного ведения. Необходимость, естественно, привлечения опытного реабилитолога-ортопеда, то, к чему мы пока не пришли, но эти пациенты, конечно, должны длительное время реабилитироваться. И, разумеется, случаются осложнения со стороны реконструированных мочеводящих путей. Здесь несколько более простая история. Ну и, естественно, эти операции сопровождаются большими кровопотерями. Тоже важная история, которую мы тоже обсуждаем с Римаром Расимовичем. Анестезиолог и реаниматолог, которые этих пациентов ведут вместе с нами, занимаются их лечением, должны быть готовы к таким кровопотерям. Следующий слайд. Ну, это данные Леонида Олеговича Петрова, где они применяли временную баллонную окклюзию аорты для выполнения тотальных изентераций таза. И, может быть, на этом пути есть тоже какие-то успехи, пока они этот опыт накапливают. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и вопрос, так есть ли ограничение экстрафасциальных резекций прямой кишки? Следующий. Да, значит, командная компетенция, то есть все в команде должны знать, значит, и уметь делать эти вещи. И то, что рекомендовано в одной из работ, здесь указана мной 2021 года публикация, этапы освоения расширенной хирургии прямой кишки. Следует начинать просто с расширенной тотальной мезорэктомэктомии экстрафасциальной, затем переходить к стандартной хирургической процедуре латеральной тазовой лимфодиссекции. То, что, к сожалению, тоже многие хирурги, занимающиеся раком прямой кишки, делать пока нормально не умеют. Зачем надо переходить к латеральной тазовой лимфодиссекции с резекцией подвздошных сосудов? Затем можно осваивать цистектомию и пангистероктомию, кто этого еще не освоил. Следующая там пирамидка у нас дальше идет. Ага. Затем можно переходить к резекции S4 и S5, то, например, что мы, в общем-то, делали еще и в Петербурге самостоятельно, без привлечения онкоортопедов. Затем сакрумэктомия, как уже довольно сложный хирургический этап. Ну и, как сказать, вершина этой пирамиды – это сосудистая реконструкция, когда мы вынуждены делать резекции наружных подвздошных сосудов, аорты и так далее. Вот, собственно, такой путь надо проходить не спеша всей командой, если вы собираетесь заниматься вот такой серьезной хирургией опухолей и рецидивов местно распространенных прямой кишки. Следующий слайд. Ну, а это, собственно, реклама нашего Fast-Surgeons Club. У нас уже больше 70 вебинаров. Заходите, присоединяйтесь, подключайтесь. Спасибо. Теперь я с чистой совестью могу передать слово Эльмару Расимовичу. Если есть какие-то вопросы, мы можем на них ответить. Вот, вот есть уже, я вижу, вопрос из чата. И я даже, наверное, адресую его Эльмару Расимовичу, потому что у него больший опыт в этом отношении. Какие методы борьбы и профилактики кровотечения из сакрального венозного сплетения могут быть? Я постараюсь на него ответить в своей презентации. Может быть, мы позже обсудим. Отлично. Тогда, да, после презентации поговорим об этом. Ну, и если вопросов нет, коллеги, тогда мы передаем слово Эльмару Расимовичу, вам. Спасибо большое. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить всю команду, администрацию, так скажем, Fast Surgeons Club за приглашение. Действительно, это очень интересный проект. И, знаете, есть такие же аналогичные, похожие проекты, там, скажем, в ортопедическом клубе и в других клубах, но организация и логистика Fast Surgeons Club, конечно, на высоте абсолютно, я могу сказать точно, и очень много что хотел бы почерпнуть оттуда. Может быть, сделать какой-то фьюжн, так скажем, на стыке нескольких дисциплин. Проблема, о которой сегодня мы поговорим, она действительно очень сложная, и вряд ли в рамках одной секции мы можем
решить. Скорее, мы можем поставить очень много вопросов, на которые потом мы попытаемся как-то совместно на них ответить. И Илья Леонидович сделал сейчас великолепную презентацию, осветил там такие основные аспекты резекции прямой кишки распространенных, рецидивов прямой кишки. Включите, пожалуйста, презентацию. Дальше, следующий, пожалуйста, слайд. На самом деле, так получилось исторически, что мы начали заниматься в онкологическом центре опухолями крестца. На самом деле, до этого, в 70-е годы, этим занималась и директор онкологического центра Николай Николаевич Трапезников, были ортопеды Сергей Тимофеевич Зацепин, Бурдыгин. Была очень сильная школа украинская, Иван Тарасович Кныш, Корж. В те годы эти операции, конечно, выполнялись совершенно по-другому. И мы начинали, как бы, пытались это все построить заново в 90-х годах с Мамедом Джалаловичем Алиевым. Я был тогда ординатором, аспирантом и с командой молодых, так скажем, врачей. Тогда этих пациентов было мало, и вот, к 20-му, к 19-му году там было, по-моему, больше 300 операций по поводу различных опухолей крестца. Это огромный материал. И действительно, что касается первичных опухолей, здесь есть свои особенности. И несмотря на общность вот некоторых хирургических, так скажем, трюков в хирургии первичных опухолей, в хирургии рецидивов рака прямой кишки совместно с резекцией креста, тем не менее, это разные, есть какие-то общие вещи, это разные дисциплины, опухоли выглядят по-разному. И мы, у нас небольшой был опыт в онкологическом центре резекции, удаления опухолей, рецидив рака прямой кишки с резекцией крестца. Как-то так, скажем, их было немного, они были растянуты по времени. Так получилось, что мы с Ильей Леонидовичем в этом году подряд там 3-4, по-моему, операции выполнены. И, скажем, у меня совершенно по-другому в голове зазвучали некоторые вещи, которые за предыдущий там 25-летний опыт я не видел, и не, может, не совсем понимал с точки зрения опухолей, первичных опухолей крестца. Кроме того, ну, в конце я скажу, безусловно, это сложнейшее вмешательство при больших операциях, при массивных таких вот поражениях. И здесь недостаточно просто иметь опытного ортопеда, опытного проктолога, опытного гинеколога, опытного там реабилитолога или пластического хирурга. Если собрать лучших специалистов в одной операционной, без опыта таких операций, вот без такого, как показал сейчас Илья Ильич, постепенного прихода, так скажем, постепенного обучения и вмешательств больших расширенных операций, это сделать невозможно. Это должен быть определенный опыт у всей команды, которая выполняет эти вмешательства. Ну, что касается первичных опухолей костей, то крестца это такая одна из наиболее драматических тем в онкоортопедии, потому что большинство опухолей – это хордомы, они при поступлении достигают очень больших размеров. Эти пациенты часто лечатся по поводу различных неонкологических заболеваний, в основном это дегенеративные дистрофические изменения позвоночника, им делают иногда удаление грыж дисков, которые на снимке видны, а по сути не причиняют никакой боли. Лечат от рехтитов, парахтитов и так далее. Сложная анатомия в связи с венозными сплетениями, нервными стволами и большое количество осложнений после хирургических вмешательств. И что касается первичных опухолей костей, то риск, то количество рецидивов при опухолях костей таза и креста в том числе значительно выше, чем при аналогичных опухолях длинных трубчатых костей, именно из-за сложной пространственной анатомии. Что касается... Следующий слайд, пожалуйста. Или если я постараюсь. Ну, анатомия крестца, она... Крестец такой орган, он находится... Он относится и к опухолям костей таза, поскольку соединяет тазовое кольцо. Некоторые авторы его относят к опухолям позвоночника, потому что он является анатомическим продолжением позвоночника.
и занимает такое особое место. Так я сам могу переключать очень хорошо. Связочный аппарат опухоли креста вы видите. Особенно вот связки крестово-остистые, крестово-бугорные, мы неизбежно должны их пересекать при удалении опухоли креста. И часто мы резицируем кость, мобилизуем полностью опухоль. Казалось бы, вот она висит, опухоль. А удаление ее достаточно тяжело, особенно при больших опухолях. Есть связки крестово-подвздошного сочленения, но это касается удаления, тотального удаления креста. Сосудистая анатомия. Мы чуть позже поговорим о роли, так скажем, перевязки внутренних подвздошных артерий и сопровождающих сосудов. Я помню время, когда в начале 90-х годов абдоминальные хирурги не могли найти срединную крестовую артерию. Сейчас это выполняется легко. Со временем, конечно, совершенно изменилась хирургия опухоли креста. Ну и анатомия нервов очень сложная, и неврологические осложнения составляют такую основную часть. Вы видите здесь на картинках. Кроме того, осложнения неврологические, которые возникают после удаления опухоли креста, они связаны не только с пересечением корешков или там перевязкой конского хвоста при заднем доступе, но и с пересечением или повреждением гипогастрального сплетения и так далее, которое выполняется при даже выполнении оперативных вмешательств спереди. Ну, первичные опухоли креста, вы видите, есть первичные вот сверху доброкачественные, наиболее часто встречающиеся хордома, хондросаркома, остеосаркома и саркома Юинга. Это злокачественные опухоли. В основном встречаются хордома и хондросаркома, значительно реже остеосаркома. Ну и оперативное вмешательство приходится значительная доля на метастатические опухоли, нейрогенные опухоли и рецидивы рака прямой кишки. Я не буду останавливаться на доброкачественных опухолях, поскольку хирургическое лечение там достаточно простое, оно носит такой циторедуктивный характер. Не буду также останавливаться на метастатических опухолях. В основном это паллиативные декомпрессии, они, правда, могут быть иногда обширными, сложными тоже в связи с кровотечением. Тем не менее, идеологически здесь нет связи, так скажем, с той большой хирургией, чему сегодня посвящен вебинар. Ну, такой небольшой пример, просто для, так скажем, для хирургов, не ортопедов. Вот это остеобластома, видите, креста у девочки 7 лет. Эндоскопически сзади, такой инструмент для удаления опухоли для хирургии патологии позвоночника, сзади удаляется это, почему-то не включилось видео, эндоскопически удаляется, видите, вот это остеобластома. Достаточно простые вмешательства. Сейчас это очень старое видео. Сейчас появились различные боры для эндоскопии, которые позволяют удалить очень практически бескровную эту опухоль и без больших разрезов, без каких-то массивных доступов к задней пластинке крестца. Видите, девочка выписалась там на третий или четвертый день. Что касается первичных опухолей, то огромную роль играет биопсия. В основном мы выполняем сейчас биопсии под КТ. Очень часто мы видим, что выполняется биопсия первичных опухолей через прямую кишку. Это неминуемо ведет к вовлечению прямой кишки, и особенно при хордомах это приводит к тому, что во время операции приходится, ну, по сути, удалять, выполнять экстирпацию прямой кишки, поскольку это особенность сарком, особенность первичных злокачественных опухолей, что при распространении клеток по каналу биопсии этот канал обязательно должен удаляться. Вы видите вот на картинке даже место вот первичной биопсии, рубец, он обязательно при первичных злокачественных опухолях любых локализаций и любых гистологических форм должен удаляться одним блоком с опухолью.
существует много разновидностей классификаций резекции крестца. Наиболее оптимальный, на мой взгляд, и она пользуется наибольшей популярностью в мире, а это предложено авторами из М.Д. Андерсона. Лоу, так скажем, видите, это ниже, когда сохраняются S3 корешки, средняя резекция, это когда сохраняются первый и второй корешки, высокая резекция до уровня S1 и тотальная сакроктомия, когда удаляется полностью крестец. Ну, здесь авторы привели еще гемикорпоректомию. Как известно, у нас эти вмешательства выполнялись только, по-моему, один или два случая по поводу некостных опухолей. Мы придерживаемся этой классификации, считаем ее наиболее применимой, так скажем, в клинической практике. Ну, что касается доступов, раньше, в прежние годы, существовало такое устойчивое мнение, что при маленьких опухолях ниже S3 используется только задний доступ, выше обязательно нужно использовать два доступа, передний и задний. В последние годы этот постулат подвергся, скажем, не просто сомнению, практически многие опухоли удаляются задним доступом, даже с большим внекостным компонентом, поскольку очень редко при первичных опухолях практически не встречается прорастание пресакральной фасции. Даже при большом внутритазовом компоненте они отдавливают. Пресакральная фасция является таким барьером между прямой кишкой и опухолью, и можно удалить ее сзади. Даже есть, у меня такого опыта нет, даже описано в литературе, тотальную сакроктомию с небольшим компонентом выполнять только задним доступом. Поэтому сегодня вот такой ранее существующий постулат о том, что только ниже S3 задний доступ, остальное все надо делать с передним доступом, он уже, так скажем, развенчан, этот миф. Так, у меня не переключено. Какие доступы, какие кожные разрезы используются при заднем доступе? Дело в том, что Илья Леонидович говорил об этом, мы поговорим об этом позже, что проблемы с раной, проблемы с некрозом лоскутов кожных – это самая большая проблема, одна из самых больших проблем при удалении опухоли крестца, поскольку приходится мобилизовывать кожные лоскуты. Раньше мы использовали такой вот лоскуты в знак Мерседеса или перевернутые, бакаловидные, или вот такой C-образный лоскут, обращенный выпуклостью кверху. Сегодня, если опухоль не распространяется широко, латерально, вдоль ягодичных мышц, мы стараемся использовать обычный прямой вертикальный доступ, поскольку он наиболее заживает наилучшим образом. При, скажем, вот, доступах бакаловидном или знак Мерседеса, эти уголки приходится потом иссекать, и не всегда, довольно часто возникают краевые некрозы кожи, что может повлечь за собой довольно серьезные проблемы. Ну, вот справа это доступ, который используется при гемисакроктомии. Это отдельная группа хирургических вмешательств, я сегодня на ней останавливаться не буду, когда удаляется часть крестца с переходом на подвздошную кость, на суставы иногда, она носит такой больше ортопедический характер. Сегодня мы на ней останавливаться не будем. Ну, как выглядит классическое, обычное заднее удаление опухоли крестца, там среднее, вот или доступ, вот это, видите, лоскут, это C-образный такой доступ, обращенный выпуклостью кверху, откидывается лоскут, вы видите, ягодичные мышцы, они пересекаются в зависимости от того, насколько в них хордомы очень часто врастают в ягодичные мышцы, в зависимости от того, скажем, ну, резицируются мышцы с отступом, обязательно с большим отступом, потому что обязательно в краях часто очень встречаются микросателлиты. Пересекается заднепроходно-копчиковая связка. Разные авторы по-разному. Некоторые любят начинать сверху. Я, как правило, начинаю с выделения копчика и мобилизую прямую кишку от передней поверхности опухоли. Пересекаются ягодичные мышцы, пересекаются связки, крестово-остистые, крестово-бугорные.
связки перевязываются, ягодичные сосуды, нижние и верхние стараемся сохранять. Если они не вовлечены в опухолевый процесс, далее выполняется ляминектомия выше планируемого места резекции, перевязывается конский хвост и выполняется резекция, собственно, крестца. Ну вот, когда уже выполнена резекция, обычно опухоль, происходит тракция опухоли, вы видите, вот опухоль и какие-то... Вот здесь иногда бывает, что кишка на вместе с пресакральной фасцией поднимается, и хирург просто аккуратно выделяет. Я еще раз хочу повторить, в подавляющем большинстве случаев первичные опухоли не врастают в прямую кишку, даже при больших размерах. Ну и удаленный макропрепарат. Вот так выглядит рана обычно после такой, ну, средней сакроэктомии, это где-то на уровне S2. Вы видите, вот сверху это пересеченный конский хвост. Видите, два корешка. Обычно вышележащие корешки мы сохраняем, поскольку они не вовлечены в опухолевый процесс. Они имеют большое значение. Это ампула прямой кишки. И после этого происходит ушивание раны. Ну, для... Это видео было снято очень давно, но мы уже остановили здесь кровотечение. Как правило, такой довольно драматичный этап. Если можно, включите, пожалуйста, видео. Вот здесь низкая резекция крестца, но большой внекостный компонент. Просто здесь хорошо показано, что такая четкая капсула. И спокойно после того, как выполняется тракция опухоли наверх, пересекаются остатки связок, корешки, которые вовлекаются в опухолевый процесс, и часть пресакральной фасции. Сейчас, конечно, используются различные электрохирургические инструментарии. В прежние годы это выполнялось вот таким образом. Но, видите, достаточно бескровно, достаточно без каких-то, скажем, коллизий удаляется опухоль. Здесь низкая резекция большим компонентом. Для хардом исключительно важно не вскрывать капсулу опухоли, поскольку даже при радикальном удалении где-то в 15% все равно возникают рецидивы. Вот видите, это прямая кишка. То есть это такой стандартная резекция крестца задним доступом. Когда используется передний доступ? Безусловно, он используется при очень большом внутритазовом компоненте опухоли, который может сдавливать сосуды, магистральные сосуды. И при выделении верхних L5 корешков, и дальше покажу, это критически важные корешки для двигательной активности. Тогда, когда планируется резекция кишки или планируется вывод стомы, надо сказать, что очень часто опухоли крестца, первичные опухоли крестца принимают за забрюшинные опухоли, выполняется лапаротомия, берется биопсия, хирурги видят, что опухоль неподвижная, берется биопсия, нарушается в этой ситуации пресакральная фасция, и этим пациентам, по сути, показана резекция кишки. Ну и последние уже много лет мы используем в основном, дальше это покажу, ректоабдоминальный лоскут для укрытия дефектов. Естественно, он берется передним доступом. Вот основные, так скажем, показания к переднему доступу, которые на сегодняшний момент имеются. Раньше мы использовали передний доступ для перевязки внутренних подвздошных артерий для уменьшения кровотечения опухоли или ягодичных артерий. И включите, пожалуйста, видео. И делали это даже вот эндоскопически. Выделялся передний компонент. Хотя это может сейчас это делается, как вы видели, задним доступом. Но мы старались уменьшить кровопотери и перевязывали внутренние подвздошные артерии. И несколько случаев у нас было. Вот ваши коллеги делали это эндоскопически. Но это такой уже исторический, так скажем, момент. На сегодняшний день превентивная перевязка внутренних подвздошных артерий не производится. Эта пациентка, кстати,
вы видите, вот справа, ниже, между S2 и S3 был пересечен крестец, она потом, это нейрогенная опухоль, G1 у нее была, и она потом родила ребенка. Часто спрашивают, можно ли выносить ребенка после таких средних резекций креста. Действительно, это возможно, абсолютно здоровые роды. Единственное, родовспоможение осуществляется кесаревым, путем кесаревого сечения. Сегодня такой этот метод профилактической перевязки внутренних подвздошных артерий не используется в стандартных случаях. Еще одно подспорье для резекции задним доступом – это резекция под контролем интероперационной навигации. Иногда очень сложно понять уровень резекции крестца, потому что хочется выполнить операцию радикально с одной стороны, с другой стороны минимализировать, так скажем, травматизацию или удаление тех тканей, особенно нервных структур, которые могут иметь важное значение. Вы видите, вот слева одевается такой вот на обычный или пятый, или четвертый пластистый отросток метка. Видите вот эти шарики. И включите, пожалуйста, видео. И хирург интероперационно ставит инструмент и в онлайн-режиме видит, скажем, направление резекции. Это очень удобный метод, позволяет удалить опухоль радикально и без травматизации тех структур, которые удалять не нужно. На практике, на самом деле, если вы не уверены в уровне резекции, то, допустим, при доступе, при резекции прямой кишки, при доступе спереди, можно оставить в кресте любой металлический, там, маленькую спицу или какой-то предмет, и просто при перевороте пациента на живот сделать боковой проекции снимок обычно интероперационный, и вы увидите, скажем, линию резекции. Достаточно простой метод с точки зрения выбора оптимального уровня резекции. Тем не менее, особенно когда иногда приходится резецировать крестец не прям сагитально, а такой фигурный разрез, когда с одной стороны там оставляется, допустим, S2, S3 корешки, с другой стороны выполняется большая резекция. Вот в этих ситуациях навигационная система, безусловно, очень является таким большим подспорьем с точки зрения правильности выполненной резекции. Ну, дальше эволюционно у нас вот это была первая пациентка с хордомой крестца, которой было несколько предшествующих операций по месту жительства, и у нее было истинное врастание в прямую кишку. Небольшая, невысокая резекция, тем не менее, видите, вот мы брали ректоабдоминальный лоскут, здесь он вертикальный, передний доступ, была пересечена кишка, это была первая пациентка с удалением хордомы и экстирпацией прямой кишки одномоментно, это было, по-моему, где-то в 2003 или 2002 году, я уже не помню, и она достаточно спокойно прошла, без особых проблем. И очень долго жила, потом у нее возник рецидив в ягодичных мышцах, она получала лучевую терапию, она прожила лет 12 точно, потом она просто пропала из наблюдения. Вот, скажем, для того времени для нас это было такой, некой такой победой, совместно с отделением проктологии в онкологическом центре выполнялись эти вмешательства. И причем на секции было обнаружено истинное врастание хордомы в стенку кишки, поскольку у нее были дважды операции сзади и спереди, и опухоль инфильтрировала стенку прямой кишки. Еще один пример, скажем, с развитием мы начали оперировать вот такие большие опухоли, это пациент тоже с хордомой, огромная опухоль, 71 или 72 года было пациенту на тот момент. Тоже это сначала взят лоскут. Был выполнен передний этап, на котором было обнаружено, что кишка не была вовлечена, но была вовлечена сосуды, которые питают кишку. И решили тогда с нашими коллегами-проктологами, была выполнена резекция крестца, и это вот уже вид сзади, опухоль удалена, видите, наши коллеги-проктологи выполнили
анастомоз и, скажем, сохранили кишку. Функция, правда, этого пациента была нарушена, выведение кишки, поскольку резекция была очень высокая. Тем не менее, он просил ему сохранить, так скажем, кишечную трубку. А еще одна проблема, которая стоит при удалении опухоли крестца, это хирургия развивалась у нас все больше и больше, и мы подошли к моменту, когда мы готовы были выполнить тотальную, так называемую, сакрэктомию. Это крайне сложное вмешательство, требующее обязательной стабилизации. Хотя вы видите, вот в правом нижнем углу есть несколько кейсов, описаны они в литературе, и я видел этих пациентов на конференциях вживую, когда по каким-то причинам не выполнялась реконструкция. И если сохраняются крылья, если выполняете узкую резекцию крестца, то пятый позвонок опускается вниз, и некоторые пациенты ходят так. Или иногда бывает, что при инфекциях удаляются металлические конструкции, и оказывается, что пациент ходит и без конструкции. Хотя, конечно, у них вероятность развития нестабильности крайне высокая. Существует огромное количество различных методов реконструкции, так называемой пояснично-тазовой стабилизации, поскольку крестца нет, по сути, приходится соединять между собой позвоночник и обе подвздошные кости. Используются разные методы с аутокостью, с аллокостью, с протезами. Есть сейчас индивидуальные протезы, для 3D-протезы, для, как слева, на левой стороне экрана. Какого-то стандарта нет, поскольку эти операции не очень частые. Тем не менее, это на сегодняшний день необходимо для после удаления, тотального удаления крестца. И первый наш пациент, это был пациент с рецидивом эпендимома крестца, несколько раз оперированный и получивший высокую дозу лучевой терапии. Мы тогда не верили, что это удастся удалить вот эту гигантскую опухоль. Тем не менее, мы ее удалили. Хотя и R1 добирали остатки опухоли, учитывая то, что это все-таки не высокая злокачественная опухоль, выполнили. Вот видите, вот кишка, это метод реконструкции, крылья подвздошных костей с вот черными стрелками обозначены, схематически показано. Операция шла около, по-моему, 16 или 17 часов. Лоскут, естественно, был укрыт это лоскутом. И с довольно хорошим функциональным результатом пациент выписался, он прожил около 2 лет, потом у него возник рецидив. Но это был наш первый опыт резекции, тотальной резекции крестца. Вот здесь вы видите послеоперационный рентген. Сегодня тотальная резекция выглядит немножко по-другому. Покажите, пожалуйста, видео, включите, пожалуйста. Есть, видите, небольшая опухоль, поражающая практически весь крестец, это хондросаркома. Следующий слайд. Классическая сакрэктомия на сегодняшний день выглядит вот таким образом. Передний доступ. Сначала мы берем лоскут. Дальше, пожалуйста. Вот лоскут. Из этого же доступа выполняется лапаротомия. Здесь вот схематически изображено, перевязываются внутренние подвздошные сосуды. Наружные подвздошные сосуды полностью отделяются от опухоли, от передней поверхности крестца, которая будет удалена. Перевязываются корешки, кроме L5 корешка, который не вовлечен, как правило, в опухоль, и он имеет важное функциональное значение. При тотальном удалении крестца все крестцовые корешки S1, S2, S3, S4, они полностью удаляются. Дальше пересекается диск, то видите, между L5 и S1, и между крестцом, между опухолью и магистральными сосудами и L5 корешками мы укладываем либо салфетку, либо вот такой Surgicel Nunit, вот такой в длинном, такой большой размер.
для того, чтобы не повредить эти структуры во время удаления опухоли сзади. Далее, это уже задний доступ. Ну, классически выполняется разрез пересечения ягодичных мышц. Вот здесь вы видите перевязка конского хвоста. Это очень важный этап, потому что на перевязка его на уровне L5-S1 иногда прорезываются нитки, возникает потом ликворей. Это в основном бывает у пациентов после лучевой терапии. Поэтому нужно очень тщательно перевязывать конский хвост на этом уровне. Ну и выполняйте резекции крестца. Сегодня включите, пожалуйста, видео. Конечно, эта хирургия изменилась. Это выполняется там не долотом, не, как правило, есть масса, так скажем, силового инструментария, перепиливается по кресту подвздошным сочленениям. И вот видите последние, так скажем, моменты, когда уже он держится, по сути, на диске L5-S1, который частично выкушен спереди, и сзади пересекаются связки, задняя продольная связка и сустав между L5-S1, который держит также крестец. При таких небольших размерах опухоли, то этой пациентке кровопотери составило, по-моему, около 1 литра, несмотря на то, что все равно эта операция сложная, длительная и с массой осложнений. Тем не менее, сегодня небольшие опухоли, вот это, видите, полностью крестец удален, естественно, что изучаются края резекции, дальше устанавливается конструкция, пояснично-тазовая стабилизация для лоскут, укрывается это все, рана ушивается, и так приблизительно выглядит рана после операции. Сейчас. Следующий слайд, пожалуйста, включите. Следующий, это вы назад идете. Следующий, пожалуйста. Это макропрепарат. Следующий, пожалуйста. Вот макропрепарат, видите. Опухоль внутри крестца. И вот рана, так она выглядит, и послеоперационный рентген. Следующий слайд, пожалуйста. Включите, пожалуйста, видео. Это видео удаления опухоли, тотальное удаление креста с большим внутрикостным компонентом. Это более сложный вид вмешательств. И такой, знаете, в конце операции, когда ты вытаскиваешь крестец вместе с этой гигантской опухолью, такой достаточно драматический момент. Кровотечение бывает часто. Видите, салфетки вверху раны забиваются, те участки, которые кровят. Это из эпидуральных вен, из каких-то крестцовых сплетений. Ну, эту операцию мы выполняли вместе с Ильей Леонидовичем. Показалось, что кишка вовлечена в опухоль. Это хордома была. Но, тем не менее, тоже кровопотеря была относительно небольшая, около 3,5 литров. Вот вы видите, полностью удален крестец. Довольно немаленькая опухоль хордома крестца. На сегодняшний день это выглядит вот таким образом. Переходя, так скажем, к проблеме удаления тазовых опухолей или рецидивов рака прямой кишки вместе с крестцом, вот одна из первых работ, на которую мы ссылались, когда выполняли эти, редко выполняли эти вмешательства в онкологическом центре, видите, очень мало больных. Сейчас существует огромное количество работ на эту тему. Ну и Илья Леонидович мне показывал, тоже хотел подчеркнуть, что при достижении R0 резекции достаточно высокая выживаемость. Видите, однако высокий, очень высокий процент осложнений, до 40%, вы видите, вот в одном из исследований. Вы видите, что достаточно большая кровопотеря. Вот это кооперированное исследование, где было 220 пациентов с рецидивом рака прямой кишки. Не кооперированное исследование, это данные из нескольких исследований. И вот в клинике Мэйо при высокой резекции крестца, при рецидивах рака прямой кишки, вы видите, что очень высокий также процент больших осложнений. И большинство авторов описывает, что при резекции кишки выше, резекции крестца выше S2 риск осложнений увеличивается. Если это непростая резекция кишки, это экзентерация таза, риск осложнений увеличивается. Если есть там абсцесс, то есть инфекционный процесс,
еще больше увеличиваете риск осложнений. При совокупности, так скажем, всех этих трех данных, риск осложнений как крайне высокий. Следующий слайд, пожалуйста. Это исследование вот одного института, где было выполнено 100 оперативных вмешательств по поводу рака прямой кишки, анального канала, других видов рака. Вы видите процент осложнений, довольно высокий процент R0 резекции и неплохая общая безрецидивная выживаемость. Вы видите, что на выживаемость влияли чистый край разреза, поражение лимфоузлов, инвазии передних органов. А несмотря на то, что высокие резекции крестца увеличивали риск осложнений, они не влияли достоверно на радикальность операции, соответственно, на выживаемость пациентов. Дальше, пожалуйста. Ну и последнее исследование 2021 года. Такой общий посыл, то, что резекция крестца увеличит травматичность операций при этой патологии, и чем высокий риск массивных кровотечений, 80% кровопотери было более 1 литра. Следующий, пожалуйста, слайд. Здесь авторы предлагают свою классификацию резекции крестца при рецидивах рака прямой кишки. Вы видите. Кроме того, я хотел бы коснуться в этой статье авторы, вообще ряд статей есть, которые указывается, мы часто встречаем, когда нет истинного врастания в крестец, а опухоль, это уже при рецидивах, при проведении лучевой терапии, опухоль как бы врастает в пресакральную фасцию, но истинно не врастает в крестец. И авторы, у которых есть опыт, предостерегают, так скажем, об соскабливании, так скажем, каким-то инструментом с передней поверхности крестца. Все-таки нужно удалять переднюю пластинку, хотя это увеличивает риск кровотечения. Сегодняшний, так скажем, инструментарий позволяет это сделать достаточно прецизионно, без раньше это делалось там такой осцилляторной пилой или каким-то остеотомом, долотом, где сложно было спрогнозировать толщину пластинки. Сегодня это более можно сделать прецизионно. Когда это пациент не с рецидивом, с первичной опухолью, конечно, там есть слои, и можно, сегодня Илья Леонидович показывал, удалить, так скажем, без обсеменения опухолевыми клетками переднюю поверхность крестца. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и здесь авторы предлагают такой, скажем, алгоритм последовательности оперативных вмешательств при рецидивах рака прямой кишки с резекцией крестца. Ну, здесь никаких каких-то таких секретов, каких-то открытий нет. Тем не менее, они попытались как-то стандартизировать подходы и с точки зрения мобилизации органов малого таза, и с точки зрения выделения сосудов, и с точки зрения, видите, выделения корешков. L5 корешков, S1 корешков, это очень важно с точки зрения функциональности и, скажем, с точки зрения резекции крестца и в том числе реконструкции дефекта. Достаточно так попытались в такую схему уложить основные этапы этих вмешательств. Следующий, пожалуйста. Ну, я хочу еще коснуться нескольких нечастых патологий, которые так или иначе связаны с удалением крестца и, скажем, хирургией таза. Это нейрогенные опухоли. Не очень большой опыт у нас, там порядка, по-моему, 40 или 45 оперативных вмешательств. Есть вот классификация, видите, есть опухоль внутри канала, это только задний доступ. Есть опухоль это Б и в канале, и спереди, комбинированный доступ. Если опухоль, часто бывает нейрогенные опухоли, выходит из корешка, но не проникает в канал, используется только передний доступ, так рекомендует автор. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь два примера буквально покажу. Это пациентка с нейрогенной опухолью G1. Первый этап, вы видите, вот слева выведен корешок, из которого она исходит и пересечен. И дальше выполнено лапароскопические удаления этой
Ну, плейты в настоящий момент, я думаю, не представляют значительных сложностей для опытных хирургов, которые оперируют лапароскопические области малого таза. Тем не менее, мы даже в последующем как-то усовершенствовали немножко методику. В этих случаях мы оперировали пациента на боку с поворотом так больше на спину и на живот, и не закрывая задний доступ, вот где пересекается корешок, выполнялось такое отверстие, и хирург сзади пальцем как бы подталкивал опухоль к хирургу, который вытаскивает его лапароскопически для, ну, скажем, помощи в удалении ее. Следующий, пожалуйста, слайд. Однако нередко, дальше, пожалуйста, мы встречались вот с такими опухолями. Это более, как правило, это опухоли более, во-первых, злые. Вот это опухоль G3 исходит из корешка, видите, и в канале есть опухоль, и гигантские компоненты внутри таза, они более инфильтративно растут. Есть все проблемы, которые существуют для хирургии малого таза. Пожалуйста, следующий слайд. Тоже с заднего доступа сначала выполняется вмешательство. Заходим в канал, пересекаем корешок, из которого он исходит. Причем здесь, видите, уже корешок, по сути, от места отхождения от конского хвоста, от центрального ствола уже был вовлечен. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и здесь довольно сложная хирургия, как и всех забрюшинных опухолей, когда нет пространства, чтобы перевязать, скажем, прецизионно все сосуды. Это уже конечный такой этап операции. Они сопровождаются кровопотерями, конечно, но тем не менее это тоже один из... Причем в крестце довольно большое такое, ну, сквозное, по сути, такое отверстие. Довольно массивные кровотечения возникают при этих видах опухоли. Следующий слайд. Еще один пример хотел показать. Дальше, пожалуйста. Эта пациентка оперирована была у нас вот с хондросаркомой крестца. Вы видите, вот справа, сверху справа, маленькая ножка, которая находится вот в месте крестово-подвздошного сочленения. И гигантский такой компонент, это мезенхимальная хондросаркома с метастазами в легкие. Пациентка получала очень, 18 лет, получала очень много курсов химиотерапии, была достигнута ремиссия в легких, а эта опухоль продолжала расти. И мы очень долго думали, потому что эта опухоль должна быть удалена только радикально, смысловой части удалять ее кускованием нет. И, конечно, здесь идеология последовательности операции другая, поскольку ножка очень маленькая. Следующий слайд, пожалуйста. Дальше. Нажмите, кликните. Вот ножка, так скажем, где, откуда исходит опухоль, мы начали операцию сначала сзади, выделили корешки, которые врастали в опухоль, перевязали и сзади выполнили резекцию пораженного участка кости. Следующий, пожалуйста, слайд. Включите, пожалуйста, видео. Ну, вот видите уже вот эта часть кости, такой небольшой. Это вид сзади, с которого исходит опухоль. А далее пациентка была повернута на спину и выполнила лапаротомию. Следующий слайд, пожалуйста. Вот вы видите, это уже опухоль мобилизована, сосуды и мочеточник были оттеснены резко в одну сторону, в стороны. Следующий слайд, пожалуйста. Конечно, такие опухоли, при удалении таких опухолей, включите, пожалуйста, видео. Здесь очень сложно снимать, поскольку возникает кровотечение. Такой драматический момент всегда возникает. И опухоль вроде мобилизована, один из последних этапов пересечения связки. Это часто делается на ощупь, поскольку невозможно зайти, невозможно, скажем, перевязать сосуды, которые питают, визуализировать, так скажем, те структуры, которые подходят к опухоли. И после пересечения связки опухоль уже вышла, так скажем, вылетела. Вы видите вот этот участок крестца, который был резицирован сзади, ножку и саму опухоль. Ну, довольно такое приличное кровотечение в момент удаления опухоли возникло. Следующий слайд, пожалуйста. Видите, включите, пожалуйста, видео. Это вид спереди. Вы видите вот этот мочеточник, сосуды, понятно, свободные от опухоли. Вы видите, вот в центре есть
такое отверстие, это отверстие в крестце, которое было, резекта его была выполнена сзади. Такая, по сути, сквозное отверстие вот, вот в области, вот резекция, такая краевая резекция ножки, откуда исходила опухоль. Следующий слайд, пожалуйста. Хирургия, вся хирургия крестца и хирургия таза, особенно с крестцом, она сопряжена с довольно большим количеством осложнений. Это известно, об этом сегодня много говорилось. Но общие осложнения связаны с длительным оперативным вмешательством, с возможными тромбоэмболией, интраоперационные иногда бывают тромбоэмболии, и после операции другие осложнения, на них останавливаться не буду. Не буду останавливаться на ликварее, это специфическое осложнение, крайне неприятное осложнение в области вообще для хирургии позвоночника, особенно после удаления опухоли крестца, поскольку часто присоединяется инфекция, это грозит менингитом. Такие пациенты, к сожалению, у нас встречались и может приводить к летальному исходу. Что касается неврологических осложнений, это неизбежный спутник, так скажем. Мы не можем, к сожалению, их предотвратить. Мы можем предотвратить, только выделяя те корешки, которые не вовлечены в опухолевый процесс, и аккуратно обращаясь с ними, поскольку иногда при выделении корешков, которые не вовлечены в опухоль, грубая тракция их, или иногда берут на держалки, вешают, они перетягиваются, и после операционной периоде возникает порез в тех структурах, которые не были удалены. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, здесь показано приблизительно, на самом деле здесь нет очень, не всегда, так скажем, совпадает пересечение корешков с клинической картиной, которая должна быть по классике. Если пересекаются S2 корешка, они сохранены, а S3 корешка пересечены с обеих сторон, как правило, возникает нарушение функции мочевого пузыря в виде задержки мочи. То есть, когда сфинктер работает, а детрузор не справляется с эвакуационной функцией, эти пациенты часто прибегают к самокатетеризации. Очень неоднозначная симптоматика, когда пересекается S3 корешок с одной стороны и ниже, по-разному. Если пересекаются S2 корешки с обеих сторон, это неминуемо ведет к нарушению функции тазовых органов, соответственно, и при перевязке S1 корешков. При половая функция страдает при пересечении у мужчин. Как правило, если пересекаются S3 корешки и ниже, то наступает довольно стойкая импотенция, которая сложно, так скажем, она не корректируется. То есть S2, S3 – это вот тут та граница, ниже пересечения S3 корешков полностью сохраняется функция тазовых органов. При пересечении S3 корешков с двух сторон возникает нарушение эвакуации стула. Как правило, эти пациенты пользуются слабительным препаратом и самокатетеризацией. Хотя, конечно, у молодых людей восстановление, организм приспосабливается. Есть пациенты с тотальным удалением крестца, которых мы видели через несколько лет, которые отказывались от колостомы. Они каким-то образом приспосабливаются к образу жизни и сами привыкают, так скажем, к опорожнению кишки путем диеты, применения слабительных средств и так далее. У пожилых людей, конечно, возможности восстановления невелики. Следующий слайд. Есть еще одно, и много очень на самом деле статей на эту тему, вот одними из основоположников вообще резекции крестца в современном варианте были шведские авторы Стейнер и Гюнтенберг. У них был ряд работ, посвященных функции после нарушения функции тазовых органов после удаления опухоли крестца. Вот видите, здесь достаточно четко все показано. Вот мне это, скажем, эта модель из моего опыта нравится больше, что при сохранении обеих S3 корешков функция кишки полностью сохранена. Почти всегда сохраняется функция мочевого пузыря, а вот при сохранении только S2 корешков, они же корешки перевязываются, в значительной,
значительной степени страдает функция тазовых органов. Естественно, выше тазовые функции страдают. Что касается двигательной активности, то критическим здесь является L5-корешок. Он должен сохраняться, поскольку он идет выше крестца. Он имеет колоссальное значение для тыльной флексии стопы. S1-корешок отвечает за подошвенную флексию стопы. И в этой ситуации он не так функционально важен. При пересечении его все равно пациент ходит без дополнительных средств опоры. Пересечение или повреждение L5 с двух сторон ведет, конечно, к значительному ухудшению функции. То есть пациент должен пользоваться поддерживающими какими-то палочками, там, костылями и так далее. Надо сказать, что при тотальной сакроэктомии мы выделяем всегда L5-корешки, и иногда в послеоперационном периоде видим нарушение сгибания, подошвенного сгибания стопы. Чаще всего это временные нарушения, которые потом приходят в норму. Предшествующая лучевая терапия, рубцы, когда приходится буквально его выковыривать из рубцов. Понятно, что это делается все с увеличением, очень деликатно, аккуратно. Тем не менее, такая травматизация тоже может привести к его постоянной дисфункции, не восстанавливаемой дисфункции этого корешка. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, что касается кровотечения, сегодня был вопрос. Безусловно, это один из таких наиболее грозных осложнений. Причем кровотечение может возникнуть и спереди, из пресакральных вен, из магистральных вен, и при удалении опухоли сзади, из эпидуральных вен. Написано, я нашел огромное количество статей на эту тему. В прежние годы очень часто использовалось при забрюшинных тазовых опухолях, при опухолях крестца. Наши учителя, Николай Николаевич Трапезников, я застал это время, они пользовались активно очень тампонированием, так скажем, и оставляли тампон в ране. Это очень действенный метод на самом деле. Конечно, он приводит к ухудшению заживления раны, и сейчас он практически не используется. Сегодня был вопрос о том, как предотвратить, избежать или бороться с пресакральным с венозным сплетением. Я дальше об этом расскажу. Следующий слайд, пожалуйста. Большое количество работ, как останавливать. Целые есть методики классификации вен, анастомозов вен. На самом деле это очень красиво на картинке, но каждый из вас знает, что особенно при рецидивах опухоли, при облученных опухолях, когда уже есть выраженный спаечный процесс, ткани изменены, конечно, эти методы работают плохо. Дальше, пожалуйста, следующий слайд. Есть даже какие-то вот рекомендации, некоторые алгоритмы, как себя вести в тех или иных случаях при кровотечение из пресакральных вен, из крестцовых отверстий и так далее, и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, это старая работа, известная, и мы тоже стараемся так делать при удалении опухоли крестца. Стараемся не перевязывать. Раньше перевязывались все сосуды там, для профилактики кровотечения, но мы стараемся не перевязывать внутренние подвздошные вены при удалении опухоли сзади, поскольку это увеличивается, естественно, риск венозных кровотечений при заднем доступе. Было проведено вот исследование, это японский автор, который Томита на животных, где он доказал это, скажем, экспериментально. Мы перевязываем их, если они вовлечены в опухолевый процесс, и просто невозможно перевязать в связи, скажем, с распространенностью в опухоли. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот есть такие исторические слайды, это старые работы. Надо сказать, что раньше резекции крестца характеризовались сверхвысокими кровопотерями. И у нас встречались кровопотери до 18, до 17, до 15 литров. Вы видите, какие кровопотери наблюдались. Причем достаточно очень сильные клиники. Вот и первый автор Висман, и
вторая работа из МД Андерсона. Вы видите сверхмассивные кровопотери. На сегодняшний день и нижняя работа – это удаление высоковаскуляризированных опухолей, гигантоклеточные опухоли, различного рода гемангиоэндотелиомы, неконтролируемые кровотечения, крайне сложно их остановить. Следующий слайд. Сегодня, конечно, таких кровотечений мы встречаем все реже и реже. Очень большое исследование из Китая. Вообще надо сказать, что в начале, в середине 90-х, даже в начале 2000-х годов самые крупные серии работ были по опухолям крестца из клиники Mayo, из клиники Риццоли из Италии, которые давно занимаются этими проблемами. Когда стали этим заниматься в Пекине, довольно большая клиника, онкоортопедическая, они набрали за там, 10 лет 250 больных, колоссальное количество больных. И вы видите, вот очень большой материал. Вы видите, что в 40% пациентов кровопотери составило более 3 литров. То есть и на риск влияли, естественно, высокие опухоли, большие размеры опухоли и васкуляризированные опухоли. Следующий слайд, пожалуйста. Как же бороться или избежать кровотечения? Этот вопрос всегда стоит, его задают. Здесь нет каких-то секретов, стандартов, которые бы мы могли, я мог бы вам рассказать или поделиться. Ну, в первую очередь, конечно, это анестезиологическое пособие. Ранее мы использовали при массивных кровопотерях 7-й фактор, это такие общие вещи. Сегодня он все реже и реже используется. В основном используется он при коагулопатиях. Используется реинфузия Cell Saver. Что касается хирургических, так скажем, трюков, ну, вот я написал здесь так тщательно гемостаз во время операции. Сегодня несравнимо изменилось и электрохирургический инструмент, и различные, скажем так, визуализация этих опухолей, так, увеличение этих опухолей. Я еще раз хочу повторить, раньше выполнялась лапаротомия при вот нейрогенных опухолях крестца, я видел наших учителей, они мобилизовывали крупные сосуды и просто выковыривали эти опухоли, мгновенно малый таз наполнял эти опухоли, все вены, которые были поджаты, открывались, и возникали вот эти сумасшедшие кровопотери. Сегодня, конечно, нужно оперировать очень медленно, тщательно, перевязывая. Я не стараюсь при доступе спереди прошивать вены или клипировать их. Скажем так, рассказы о том, что там лигашу может заварить там, 5-миллилитровый или 7-миллилитровый сосуд, я в это не верю. По крайней мере, в хирургии малого таза, сейчас, может, наши коллеги поделятся своим опытом. Тщательное выделение и перевязка всех притоков. Более того, при резекции крестца мы стараемся не просто перевязать, там, скажем, внутреннюю подвздошную артерию, а дойти и селективно передать все притоки спереди. И при тщательном выделении перевязки, мобилизации компонента от всех структур и перевязки сосудов, задний этап получается значительно проще, менее он кровавый. Что касается пресакральных сплетений, раньше использовались кнопки, наверное, вы застали, различные там, горячий физраствор, он не потерял свою актуальность и сейчас. Сейчас используют очень много гемостатиков, различных гемостатиков, когда удается просто путем прижатия остановить это кровотечение или, по крайней мере, его уменьшить. У нас с Ильей Леонидовичем есть такой небольшой опыт, когда при вмешательствах спереди возникает кровотечение, особенно у рецидивных больных с очагом воспаления в малом тазу ткани прорезывают, очень сложно ушить. И иногда не нужно тратить на это время. Он прикрывается, тампонируется, и когда удаляется сзади опухоль вместе с крестцом, то и кровотечение останавливается.
Иногда просто невозможно перевязать притоки. При массивном внутритазовом компоненте просто нет места, куда как подойти, особенно вот уже, скажем, к более глубоким отделам. Постепенная тракция опухоли и перевязка всех питающих сосудов. При массивном возникающем кровотечении, которое не контролируется, тампонада является очень хорошим методом. Это старый, древний, такой, я не помню, когда последний раз я его использовал, наверное, года 4 или 5 назад, но тем не менее это очень надежный метод. И поэтому, несмотря на современные многочисленные, я говорю, гемостатики и электрохирургические инструменты, не нужно забывать о каких-то старых вмешательствах, старых приемах. Но при высоковаскуляризированных опухолях, конечно, нужна селективная эмболизация. Это гигантоклеточная опухоль, метастазы рака почки, гемангиоэндотелиома. Я не знаю, как это работает при рецидивах рака прямой кишки. Именно селективная эмболизация. Не просто там блокирование внутренней подвздошной артерии, там ягодичной артерии. Именно селективная эмболизация. Этот метод совершенно поменял идеологию хирургии вот этих опухолей. Сегодня показывал слайд по поводу окклюзии аорты. Этим методом очень широко пользуются наши китайские коллеги при опухолях крестца. При заднем, естественно, доступе, потому что при переднем доступе аорта под глазами. Есть определенные технически несложные, но есть определенные там ограничения с той точки зрения, что вряд ли удастся остановить, скажем, кровотечение при удалении опухоли сзади, при гигантоклеточных, скажем, опухолях быстро. Есть осложнения, они описаны, есть статьи на эту тему в виде ишемии конечностей. Около часа где-то продолжается баллонная окклюзия аорты. По данным, у них довольно большой опыт у наших китайских коллег. У меня такого опыта нет, поэтому мне сложно комментировать. Еще раз хочу сказать, каких-то секретов, тайн для остановки кровотечения я вам сейчас сказать не могу. Тщательный гемостаз, очень такая претизионная хирургия. Эта хирургия очень длинная. Передний, задний доступ, и хирург теряет концентрацию, теряет терпение очень часто. Здесь этого допускать нельзя. Тщательно обрабатывать, кажется, если же закровило, надо вены спереди прошивать, брать на зажим, прошивать неоднократно. И если планируется удаление крестца сзади, то его можно каким-то гемостатиком просто затампонировать, и при удалении опухоли сзади, как правило, кровотечение останавливается. Пару раз мы встречались при удалении опухоли сзади, когда оторвалась какая-то ветка от, скажем, общей подвздошной вены. И сзади очень тяжело поймать. Вот это, конечно, неприятный момент для хирурга, который удаляет крестец задним доступом. Тем не менее, удалось справиться, но именно тщательная подготовка тех структур, которые останутся, и полная мобилизация того компонента, который уходит. Сегодня Илья Леонидович говорил о латеральных вот резекциях при рецидиве рака прямой кишки. Там это еще, наверное, сложнее. Тем не менее, просто нужно очень тщательно мобилизовывать опухоль. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну, еще одно осложнение – это раневые осложнения. До использования лоскутов в 90-х годах, в начале 2000-х годов, практически все пациенты у нас после резекции крестца, особенно хордом, потому что при хордомах поражаются ягодичные мышцы, то есть надо иссекать, они практически все заживали вторичным натяжением. Практически 100% случаев. И мы их добивались какой-то гранулят, и отпускали этих пациентов, они заживали дома. И видите, высокий процент осложнений и глубоких инъекций, и некрозов краев раны. Естественно, что на это влияет лучевая терапия, рецидивные опухоли.
длительность оперативного вмешательства, ликварея, если имеет резекции кишки, для размера опухоли, для рецидивов рака прямой кишки, так по такому небольшому опыту, который мы здесь приобрели, есть пациенты с такими абсцессами внутри вот этого рецидива, это тоже дополнительный фактор развития осложнений. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, одной из профилактик этого осложнения является использование лоскутов. Сегодня выполнять вмешательство без укрытия вот этих вот гигантских dead space, вот пустого пространства, оно и после резекции крестца есть, после эксцентрации таза с резекцией крестца, это огромное пространство. В 90-х годах вот было несколько работ после удаления опухоли крестца больших, там авторы пытались и использовать импланты молочной железы, и пытались использовать, делали шарики такие из цемента, из костный цемент, делали шарики, засыпали его, чтобы просто заполнить это пространство. Ну, после появления, после, так скажем, широкого внедрения лоскутов стало значительно, по крайней мере, опухоли крестца, именно первичного опухоли крестца, у нас сейчас крайне мало осложнений, раневых осложнений, когда мы используем лоскут. Какой лоскут использовать, сказать очень сложно. Конечно, если мы оперируем только сзади, ягодичный лоскут наиболее оптимальный. Не всегда его можно использовать в хирургии опухоли крестца, потому что иногда ягодичные мышцы поражаются, раз. Иногда перевязываются обе ягодичные артерии, то есть верхняя и нижняя, или сразу внутренние перевязываются, тогда мы можем получить потом некроз ягодичных мышц. Я лично очень люблю ректоабдоминальный лоскут. Он простой, очень простой в использовании, особенно если уже выполняете передний доступ, там, скажем, для мобилизации кишки. Он очень простой, с минимальным количеством осложнений. Единственное такое осложнение, знаете, это грыжи в месте забора лоскута. Мы стараемся не ушивать место, где выходит лоскут и, скажем, опускается в малый таз. Мы стараемся не ушивать его очень, чтобы не получить пережатие ножки. И это описано и в литературе. Я встречал, к сожалению, в своей практике, возникают грыжи в этом месте у пациентов, которые долго живут. И очень сложно потом они поддаются хирургическому лечению. Но есть VIVI-лоскут, это известный, скажем, лоскут. Он больше для промежностных ран используется. Лоскут и задней группы мышц бедра, сальник. Сальник вот для хирургии рецидивов рака прямой кишки или опухоли малого таза с резекцией кишки. Очень хороший очень метод. Лоскут на микрососудистых анастомозах. В моей практике он встречался всего один раз, то для опухоли ягодичной области. Это очень хороший метод, но трудоемкий, требует много времени. Плюс к тому, очень часто эти опухоли, вот большие опухоли, они, эти пациенты получали желчевую терапию, и имеется риск развития тромбозов этого анастомоза, что приводит, по сути, лоскут надо потом целиком убирать, что достаточно проблематично. Ну и комбинация нескольких методов, в частности, при хирургии рецидивов рака прямой кишки, вот и у нас с Ильей Леонидовичем было, мы используем сальник, и сзади ректоабдоминальный лоскут укрываем, так скажем, задний дефект. Следующий слайд, пожалуйста. Включите, пожалуйста, видео. Вот это один из примеров использования ректоабдоминального лоскута при вертикальном разрезе. Видите, я беру его с кожей, потому что мышца тонкая, деэпителизирую кожу, и вот этот прослойка жира с мышцей, она позволяет закрыть больше, скажем, большую объем. То есть я его опускаю под кожу, кожа сверху ушивается, и создается довольно большой такой, ну, по объему лоскут, который частично закрывает это пространство. Дальше, пожалуйста. Ну, это вот картинка взята из интернета. Для промежностных ран используется вот здесь ректоабдоминальный лоскут. Используются также лоскуты Musculus gracilis, ну, при небольших дефектах. И, конечно, при удалении опухоли крестца этих лоскутов не хватает. Следующий слайд, пожалуйста.
Ну, ягодичный лоскут. Дальше выполняется разрез с одной с какой-то стороны. Достаточно простой лоскут в использовании. Отсекается у места перехода в бедро ягодичная мышца и ротируется на место дефекта. Следующий слайд, пожалуйста. То есть, ну, вот дефект укрыт. Дальше. Ну, различные варианты VY лоскута. Они известны, так скажем, и достаточно широко используются. Больше, конечно, для промежностных ран. Для когда встречается плоскоклеточный рак кожи крестцовой области с распространением в крестец, вот тогда мы этот лоскут используем достаточно часто. Следующий слайд, пожалуйста. Еще верните, пожалуйста. И это тоже слайд взят из интернета. Мы использовали один раз в жизни такой лоскут, хотя он достаточно хороший, его не очень любят пластические хирурги. Это лоскут задней поверхности бедра. Он удобен тем, что если не делается передний доступ, то он позволяет закрыть довольно большой, и по каким-то причинам невозможно выполнить пластику ягодичной мышцы. Вот использовать этот лоскут без передних доступов. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, в заключение я хочу сказать, что, безусловно, это очень сложная процедура. Она требует участия команды и проктологов, и ортопедов, и гинекологов, урологов, пластических хирургов, иногда сосудистых хирургов. Это нужно выполнять только в клиниках, где есть соответствующее анестезиологическое пособие, реанимационное пособие, трансфузиология. И еще раз хочу подчеркнуть, даже при наличии нескольких суперхирургов необходим опыт, чтобы подойти вот к таким сложным, какой-то опыт, иметь какой-то, как сегодня Илья Ильич показывал, вот, этапы, так скажем, развития этой хирургии, начинать с малого и постепенно накапливать опыт, потому что довольно большой, очень высокий процент осложнений. У меня есть несколько таких, ну, не вопросов, а пожеланий, может быть, вам, коллегам. Допустим, по литературе есть классификации, скажем, вот по там, по компартменту, там, передний, задний, там, латеральный компартмент. Удаление опухоли там, прямой кишки, экстирпация прямой кишки с низкой резекцией креста, довольно простая операция. Сегодня она выполняется, наверное, во многих клиниках. А удаление там, экзентерации таза там, с тотальной сакральтомией – это крайне сложная операция с высоким риском осложнений. Мне кажется, что нужна какая-то классификация хирургических вмешательств по степени сложности, где учитывается резекция крестца и там латеральный, задний, передний компартмент, скажем, инвазия передних органов, задних органов, инвазия сосудов, пересечение седалищного нерва. Для именно вот стандартизации хирургических вмешательств именно при раке прямой кишки, то, скажем, то, чему сегодня так частично посвящено наше заседание. И второе, анализируя литературу, я повстречал в заключениях, что большинство авторов оценивает только хирургические, так скажем, аспекты. То есть R0, вот выживаемость такая-то, 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 при R1 она такая-то. И не учитывается, или я не встретил, возможно, вы меня поправите, другие факторы. Биология опухоли, молекулярно-генетические аспекты, возможность лекарственного лечения, потому что эти опухоли достаточно, при колоректальном раке есть достаточно большой спектр лекарственного лечения. Безрецидивный интервал. Мы когда начинали в онкоцентре, то тщательно подходили, там немного было сделано операций, чтобы это был пациент, вот, обязательно выполнялся ПЭТ-КТ, чтобы это был безрецидивный интервал достаточно большой. Понятно, что этих больных сейчас больше и больше, но мне кажется, что нужно помимо хирургической классификации возможности хирургического вмешательства какую-то создать или шкалу, или алгоритм, который позволил бы
определить ожидаемую продолжительность жизни, потому что выполнить сложное вмешательство с большим койко-днем, с осложнениями, и получить этим быстрое прогрессирование опухоли, наверное, не очень хорошо. Я в литературе, в той, в которой посмотрел, возможно, еще раз говорю, мне поправить, я не встретил каких-то, так скажем, предикторов быстрого прогрессирования опухоли. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, извините, что я вас утомил длительным рассказом. Я надеюсь, что это очень интересная, очень сложная, с одной стороны, но очень интересная хирургия. И, возможно, в рамках First Surgeons Club заинтересованные врачи этим занимаются только, так скажем, врачи, которые за что-то болеют, те хирурги, которые хотят что-то развиваться. И мне кажется, что, учитывая, что этих пациентов не очень много, и, может быть, создать какую-то кооперированную какую-то базу данных для того, чтобы набрать какой-то большой материал, и можно было бы делать какие-то выводы и с хирургической, и с онкологической точки зрения. Еще раз хочу поблагодарить за приглашение выступить в вашем клубе. Спасибо большое, Эльмар Расимович. Нисколько вы нас не утомили, на самом деле. Вот. Это, на самом деле, это всего лишь пока мы, да, приоткрыли немножко вот такую завесу в комнату с такой вот хирургией. И я надеюсь, что мы еще не раз сможем Эльмар Расимовича к нам позвать и уже конкретно посмотреть какие-то вмешательства, вот, ну, видео определенных операций, каких-то стандартов и так далее, потому что ясно, что это всего лишь, ну, такой у нас пока ознакомительный вебинар предновогодний, чтобы мы понимали и все понимали, где мы еще находим какие еще неизведанные для нашего клуба, по крайней мере, стороны хирургии, онкохирургии. Вот. У нас есть два вопроса из чата. Я не знаю, Кирилл, у нас есть из Фейсбука вопросы? Потому что у меня есть два отсюда. Вот, один из них это... Фейсбука нет, есть поздравления с Новым годом наступающим. Ну вот из YouTube у нас есть вопрос такой, значит, случай из практики. У пациента хондросаркома малого таза диаметром 10 сантиметров с прорастанием в симфиз. Клинические признаки дизурии и импотенция. Какую тактику в данной ситуации вы бы посоветовали? Иван Арсеньевич, надо звук включить. Я думаю, что это, скорее всего, если это хондросаркома, она исходит из лобной кости с распространением в малый таз. Надо смотреть снимки. Хондросаркома – это метод, это опухоль, которая лечится в основном хирургически. Надо смотреть снимки и планировать оперативное вмешательство. Скорее всего, эта опухоль исходит из кости. Хондросаркома мягких тканей встречается, но крайне редко. Ага. Спасибо за ответ. И еще вопрос, как дренируется вот эта большая, остающаяся после обширных резекций полость, каким образом вы предпочитаете ее дренировать? Или вообще дренировать ли? Безусловно, дренировать нужно, причем, хотя эта полость сообщается, я предпочитаю, ну, такой небольшой тоже, еще раз повторю, опыт, дренировать и со стороны живота, и со стороны крестца, со стороны задней раны. Как правило, первым удаляется дренаж из брюшной полости, потому что в зависимости от положения больного, и тогда возникают какие-то спайки. Конечно, дренировать нужно. Другой дело вопрос, сколько держать эти дренажи. Если нет металлических конструкций, инородных тел, то их нужно держать до там, получения, по крайней мере, сзади, там 100-150 миллилитров, не больше. Держать их, потом удалять и следить за тем, чтобы не было каких-то коллекций. При наличии металлических конструкций, конечно, все значительно сложнее, потому что нежелательно долго держать дренажи, здесь нужно разбираться в каждом случае отдельно. То есть дренажи при наличии металлических конструкций могут способствовать инфицированию, да? Безусловно. Спасибо. Друзья, у нас есть еще у нас самих-то вопросы? У нас есть комментарии. Да, конечно. Ага, да. Можно?
Да, большое спасибо, огромную благодарность за лекцию, да, и за вот эти, за вашу работу, потому что, я думаю, все, кто занимался хирургией рака прямой кишки, общался с этими пациентами и видел ситуацию, когда врастание в костные структуры, ну, лимитирует наши возможности лечебные и возможности реабилитации этих пациентов. У меня вот такой вопрос. Достаточно нередкая ситуация, так опишу клинически. Рак ректосигмоидного отдела, массивная инвазия опухоли в брыжейку, то, что мы называем CRM+, поражение наших вот краев резекции, да, то есть это прорастание мезоректальной фасции, врастание в надкосницу, ну, скажем так, в области там S1, S2. И, ну, это всегда приводит к тому, что мы отказываемся там от малоинвазивных вариантов, да, проводим неоадъювантное лечение, которое, как показывает, вот, ну, по крайней мере, моя там скромная практика, не дает особенного эффекта, все равно операции надо проводить в объеме, ну, то есть все равно это не влияет, мы не можем этих пациентов делать в каком-то стандартном объеме. Вот если есть инвазия вот в надкосницу на каком-то ограниченном участке, какой вот, ну, технический просто прием можно использовать для того, чтобы добиться R0 резекции? Хороший вопрос. Если прям вот истинное врастание в кость, необходимо тщательно изучать и понимать истинное распространение по кости и по МРТ, и по КТ. Обязательно выполнение и магниторезонансного, и компьютерной томографии. Если она не проникает до канала, то сегодняшние, ну, пилы, так скажем, боры различные, силовой инструмент, такой деликатный, он позволяет, надо спланировать резекцию и выполнить резекцию передней пластинки в пределах пораженного участка, так скажем, в пределах здоровой кости. Иногда, это очень редкий случай, это было не по поводу рака прямой кишки, по поводу какой-то опухоли. То есть опухоль полностью поражает переднюю пластинку, но не поражает заднюю на каком-то ограниченном участке. Но не поражает заднюю пластинку и доходит до вот конского хвоста. Такой случай был. Тогда выполняется сзади вмешательство, выполняется ляминектомия, сохраняются все структуры, и сзади можно аккуратно выпилить полностью переднюю пластинку, а спереди уже ее вытащить. Ну, если она проникает прямо до канала. Потому что если это внизу, то лучше сделать сегментарную резекцию. Если наверху, на уровне S1, S2, конечно, лучше сохранить конский хвост, потому что это функционально. Это важная зона. Ну, то есть, возможно выполнить такую плоскостную резекцию? Можно, безусловно, можно. Безусловно, можно. Да. Возможно, да? Нужно очень четко понимать границы поражения и границы того, что мы хотим удалить. Ну, как правило, то, что я видел, это неглубокое поражение. То есть это костница, но чтобы обеспечить R0, мы должны забрать хотя бы 1-2 мм костной ткани вот в этой ситуации. Это все выполнимо. Угу. У нас еще есть вопрос из чата от Дмитрия Усольцева. Во-первых, он сказал, что обалденная хирургия, браво Эльмару Асимовичу. И вопрос такой, можно ли готовить заранее филатовский стебель, в кавычках, с помощью баллона, как это делают пластические хирурги, чтобы растянуть кожу и создать хорошее кровоснабжение? Есть ли такой вариант? Практика. Наверное, можно. Это можно сделать. Вопрос в том, что чаще всего проблема не в коже, а проблема именно внутри вот этого гигантского дефекта. Я поэтому говорю, что мы иногда берем ректоабдоминальный лоскут с кожей, чтобы именно взять вот эту вот подкожную мышцу с подкожной клетчаткой, потому что с кожей не часто возникают проблемы. Теоретически можно, конечно, если это больше для опухолей. Вот я еще раз хочу сказать, бывают плоскоклеточные раки в области на фоне свещей в области крестца. Вот там именно проблема кожи. Можно действительно использовать, противопоказаний к этому нет, но это не решает проблему вот этого dead space, который возникает после удаления больших опухолей. Ага. Да-да. Ну что, у нас вроде вопросы здесь в чате закончились. У нас сегодня такой коротенький предновогодний вебинар. Лично я считаю, что
Да, безусловно, мы должны будем как-то, не мы лично мы, но в любом случае это необходимо, сделать какую-то классификацию по степени сложности вмешательств при местно-остреленном раке прямой кишки и рецидивах, там назревает такая история. Мы должны, и самое главное, мы должны понимать, и все, кто нас смотрит, что возможности хирургические для этих больных есть, и они, не сказать, что безграничны, но у них довольно далеко уже отодвинуты границы. Да? И если такие пациенты у нас попадаются, у меня, например, я вспоминаю сейчас больного, я помню, в Сибири смотрел мальчика, которого можно было бы, наверное, вот, смотря сейчас на эту хирургию, я думаю, что его можно было бы прооперировать. Но тогда от операции у этого молодого человека отказались, и, скорее всего, он погиб от прогрессирования болезни. Поэтому возможности есть, нужно всегда об этом помнить, и если есть центры, которые находятся где-то, где вы знаете, где этим занимаются прицельно, этими больными с такими опухолями таза, отправляйте обязательно их туда, чтобы можно было принять наиболее оптимальное решение для этих больных. Ну и пользуясь тем, что с нами сегодня такой гость, я хочу для финального слова предоставить слово Мельмару Расимовичу. И в конце мы поздравимся всех друг друга с Новым годом и вернемся к вам в январе. Мельмар Расимович. Если ты позволишь, я Мельмару Расимовичу задам один вопрос. Да, конечно, да. Конечно. Ильмар Васильевич, огромное спасибо за прекрасную презентацию. Мне посчастливилось в этом году стать участником операции или там и увидеть это все вживую. И я хотел поблагодарить за эту уникальную возможность. И, по сути, я, естественно, не видел ранее подобных хирургических вмешательств и даже представить себе не мог, что они выполнимы. У меня есть два вопроса касательно 3D-моделирования и притинга, да, в хирургии, той, которой вы занимаетесь. Насколько это реализовано сейчас в России, какие есть возможности, да? И второй вопрос – это как повлияла минимально инвазивная колоректальная хирургия на хирургические вмешательства при вовлечении костей таза? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Касательно первого вопроса, сейчас аддитивные технологии очень широко развиты в России в течение последних 5 лет. В том числе у нас был большой грант именно по аддитивной технологии костей таза. Ну, это в основном опухоли, которые увлекают тазобедренный сустав, где приходилось делать искусственный сустав. Это очень хороший метод. Он позволяет, скажем, выполнить резекцию, не забирая лишних структур, и подготовить индивидуальный протез под конкретный дефект. Эта методика отработана, отлажена и успехом применяется сейчас в России в нескольких центрах, в нескольких клиниках, в том числе и в нашей клинике. Что касается 3D-моделирования после тотальной сакроктомии. Ну, во-первых, этих больных очень мало, в принципе, мало. Во-вторых, она не имеет таких явных преимуществ по сравнению с обычными, скажем, ведь идея 3D-принтинга, аддитивных технологий в том, что это индивидуальный протез под конкретный дефект, который не может иметь, у которого нет аналогов модульного так называемого протезирования. Скажем, там, при опухолях длинных трубчатых костей таза есть модульные протезы, неудобные, резицируешь и все. А индивидуальные протезы на основе 3D-принтинга, они используются для нестандартных резекций, для сложных резекций, для резекций, где модульные протезы не имеют преимуществ. То есть аддитивные имеют преимущество, эти протезы. Мы использовали их при удалении опухоли крестцово-подвздошного сочленения. У нас такой опыт есть, когда удаляется часть крестца, там тоже есть своя классификация, от части подвздошного креста до середины крестца. И подвздошная кость тоже может быть удалена вплоть до вместе с суставом. У нас такой опыт есть. У нас есть опыт удаления полностью половины таза с частью крестцово-подвздошного сочленения и 3D-протеза. И он требует обязательного также дополнительного крепления к позвонкам. Но именно при тотальной сакроктомии можно, там очень на самом деле все просто с точки зрения дизайна этого протеза. Но
явных преимуществ по сравнению с обычным вином не имеет. Кроме того, там очень много металла, а это дополнительный риск инфекции. И так риск инфекции очень высокий. И вот те работы, которые посвящены, их очень мало, этих работ. Они такой носят больше такой экспериментальный, что ли, характер. Вот кто-то попробовал, сделал, по большому счету больших преимуществ не описано. Я тоже хочу очень эту методику попробовать, но на это уходит какое-то время. И, наверное, я попробую ее, но известно, что уже доказано, что на сегодняшний день она не имеет явных преимуществ. Иногда, они описаны в литературе. Есть такие дефекты, когда удаляется, допустим, часть крестца с крестово-подвздошного сочленения. И с одной стороны, скажем, подвздошная кость удалена там почти до сустава. Вот в этих ситуациях действительно нет, никакими винтами это не скрепишь. В этой ситуации действительно вот этот какой-то индивидуальный 3D-протез он был бы оптимальным. А в стандартных таких резекциях, наверное, преимуществ 3D-протеза перед обычными, скажем, пояснично-тазовой стабилизацией нет. Это, наверное, так я попытался. Спасибо. Попробовать. И касательно лапароскопической колоректальной хирургии, как-то изменилась тактика ваша при внедрении этих операций? Что касается... конечно, изменилось. Дело в том, ведь вся суть в том, что если можно выполнить два открытых доступа, да, там, скажем, передний и задний. Если один из них можно выполнить малоинвазивно, безусловно, это значительно уменьшает травматичность операции, ускоряет заживление раны, выписку больного. Безусловно, конечно. Мы старались использовать этот метод всегда, если есть к нему показания. То есть, если есть нам необходим передний доступ, нам не нужен лоскут спереди, и колоректальные хирурги говорят, да, мы можем это сделать эндоскопически, безусловно, это снижает травматичность операции во многом. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, а я напоминаю, что спонсор выпуска компания Johnson & Johnson, и мы отдаем прощальное слово Эльмару Симовичу. Уважаемые коллеги, еще раз хотел вас поблагодарить. Я надеюсь, что мы будем часто встречаться в рамках Force Origins Club для обсуждения этой сложной проблемы. Я еще раз говорю, сегодня постарался обо всем по чуть-чуть рассказать. Может быть, более узко мы затронем проблемы там, мобилизации сосудов. Действительно, за ними видим мобилизацию нервных структур. Очень интересное. Несколько раз мы делали, не по поводу, правда, рака прямой кишки, вот эти латеральные удаления латерального сегмента, там части корешков с сосудами, с магистральным, с протезированием. Это отдельная песня. Очень много есть вопросов, которые позволяют уменьшить, постараться уменьшить или предотвратить гнойно-септические осложнения, раневые осложнения, вопрос антибиотикотерапии, продолжительность антибиотикотерапии. Это очень много вопросов, которые, по сути, на сегодняшний день ответов нет. Причем их нет и в зарубежной литературе. Нет никаких стандартов с точки зрения антибиотикопрофилактики и лечения при этих операциях, при различных объемах этих операций. Эти вопросы неизбежно встают перед нами. Без их решения будет много осложнений, будет много проблем. И я еще раз призываю к тому, чтобы максимально объединить, а может быть, сложные случаи, скажем, как-то обсуждать совместно, если предстоит экзентерация с высокой резекцией крестца, обсуждать их совместно с учетом возраста пациента. И самое главное, все-таки привлекать сюда и ожидаемую продолжительность жизни у этих пациентов, возможность прогрессирования после операции, более точный выбор этих пациентов, чтобы не дискредитировать этот метод. Я хочу всех поздравить с Новым годом. Два последних года были тяжелые, этот год был тяжелый. Я надеюсь, что следующий год будет простым, и мы в том смысле, что мы сможем больше общаться очно, а не заочно, не в онлайн-режиме, и что мы еще больше объединимся в совершенствовании
нашего с вами, нашей с вами профессии, нашего с вами дела. Спасибо еще раз. Спасибо большое. Спасибо, Иван Васильевич. Спасибо, друзья. Спасибо. Всех с наступающим Новым годом. И до встречи в январе. С Новым годом. Stratafix Spiral однонаправленного дизайна с активной антибактериальной защитой эффективен в борьбе с инфекциями в области хирургического шва. Для использования устройства Stratafix Spiral PDS Plus в лапароскопической хирургии захватите нить на расстояние 1-2 см от основания иглы. Используя иглодержатель, протяните устройство Stratafix Spiral PDS Plus через троакар. Возьмите иглу и сделайте первый вкол через ткань. Затем проденьте иглу через фиксирующую петлю. С помощью второго вкола закрепите фиксирующую петлю устройства и осторожно затяните. Продолжайте накладывать шов по всей длине разреза. Насечки фиксируются в тканях и способствуют их адекватному сопоставлению. Это позволяет вам работать без ассистента и самостоятельно контролировать равномерное натяжение. Оставьте приблизительно 8 см нити для завершения и закрепления устройства Stratafix Spiral PDS Plus. Для того, чтобы завершить ушивание, в конце сделайте 2 стежка в обратном направлении. Это является альтернативой интеркорпорального узла. Аккуратно потяните за свободный конец устройства и обрежьте на уровне ушиваемой ткани. Оставшаяся часть устройства и игла должны быть удалены. Stratafix Spiral PDS Plus усовершенствовал технику закрытия раны, объединив в себе безопасность, надежность и эффективность по сравнению с традиционным шовным материалом для каждого типа ткани. Новый Stratafix Spiral PDS Plus теперь с антибактериальным покрытием для широкого применения в открытых и мини-инвазивных процедурах.